Дерево одиночное стоит. Там еще этот... Дальнего убил. Здесь стоит. Убил. Иди на тропу, может, сразу. С тропы может прочекать поле вот это. Ой, у меня. Где? По забору. Двое. Помочь? Да. Все, возвращаюсь. Проходит мимо меня. Один минус. Второй прямо вдоль забора. Я вам МЧС. Один. Нет. На хатап. Минус. Или лег. Значит, другой. На гранате. Понял. Нет, он жив. Все, взорвал его. Это было трое, значит. Да. Тебя справа уже один обходил от танка. Я знаю. Я от танка походил туда. Я их пропустил на себя. ЛРС. Клонаться. Это на гранате, да, был? Не, блин, у него... Ё-моё. Мой со свешкой. Лики. Это положено. Так, что мы как пойдем? Обычно пошли. Че, все, я грешу под снайпером туда нашли. Так, на карте минус 4. Минимум. О, вы с нами. Перед нами прям да. Где-то. Так, кто-то бегает у укрытого прям. Наверное, штурмом. Блин, где он? Слева нет на камне? Вот, дальше. Это кто лежит, где мышь? Или на камне вот здесь? За камнями должен быть, по сути. Вижу. Уходит по гряде. Много? Не знаю, хит дал точно. Нет, живой. А, хит? Ага. О, этот мертв. Но там есть еще. Там еще горностай. Ближе к нам кто-то. Шайтан, прям ближе к нам. От кого в мою сторону? Я вижу. Не работает. Стамина выйдет. Там гранаты, на гранате. Вот эта граната там чем? Я отошел нормально. Красные повязки. Вижу. Попал. Убил. Хорош. Вижу. Убил. Открытый второй. Хорош. Пикался на второй камень откуда-то. Камни, наверное, летит. Лету езжают. Да, пару камень черек. Убил. Хорош. О, вот это по мне. Он на меня, сука, переключился. А где он хотя бы? Блин? В открытом сидит, в среднем. В открытом среднем, да? Да. Сейчас попробую от дикого пропекать. Открытый он только под меня и под воду. Хит.
Он сейчас целился вкрытый куда-то. Либо в суицид, как будто бы. Мог убить его. Сука, нет, жив. Ты чист. Бля, прям контролит меня. Дал ему хит. Он бежал в нашу сторону. Возможно, да, ты убил, 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 убил. Бежит. У меня 3 жетона. У нас, возможно, карта закончилась. Еще бежишь? Человод. Вижу, вижу, вижу. Открытый. Да, и по мне был выстрел. Человод убил одного? Да, да, да. Откуда подтяг? Я, по-моему, скрытого где-то летело. Да. Звук был с большим эхом. Вижу челика там. Попал. Убил. Отлично. Пикал. Может быть и прикосник, конечно, хрена возьму. Оп! Не вижу. Влево уходит отмеченки, будет лес. Встал за деревом. Там двое. Два бота. Одного убил. А один прям на меченке. Убил. А, тут двое было, короче, на этом. Да, и срубил. Я ж говорю, сумка лежит какая-то. Нет, его, походу, убил чел. А, челобот, а потом я убил челобота, скорее всего, так было. Да, тут один у меня помощник. Всех бы походу. А нет, нет, охранник все-таки. Охранник, да? Да. Последний, значит, был. Давай, суицид на эту сторону тогда ныряем. Мне хватает. Вот по тебе, да? Да, оба бота по мне. Один за тачки, второй дальше. Это не по тебе, это не по тебе. Нет? Дробовик — это противник. Это бот. Убил его. В смысле бот? Дробовик — бот. И второй бот был. Значит, кто бот? Который... А, это может быть Юсек в белой куртке как бот. Может быть. У них же есть? Может быть, да. Его. О, лежит! На левом гнезде, сверху. Убил. Убил. По тебе попал, да? Нет, над головой у меня пролетело где-то рядом. Ты у меня крэкнул. Если? Нет. Но ты у меня крэкнул, что он по тебе попал, я поэтому спросил. Я просто так крякнул. А, я понял. Как уточка, знаешь, хожу крякаю. Да, это реально был ЧВК. Ты его убил в ДВЛке. Понял. Просто что-то выстрелило. Вроде бы там же еще один. Да-да-да, там же. Беги. Он с другой стороны от меня. Пока никак не могу. С какой хотя бы, чтоб я понимал? С стороны дома лесника. А? Я тебе опять не пол брони сточил. Мразь. Блять, тут еще за забором. Еще один Юсек. Серьезно? Где? Я не понимаю, это где. На гранатах. На гранате чел, который по тебе стрелял. Я у правого гнезда. Я у ЗБ-014. Ага, бегает. Шифтит. На ЗБшку уходит. Хип. В ЗБшку хочет, походу, зайти, сволочь. Жив-то остался, чел, бля. Так, я за ним. Нет, буду. Он уходит дальше. Я убью его сейчас. Давай.
Чел там мансует, как в последний раз в жизни просто. Слева даю гранату за камень. Тоже дал. Ой, ранил его. Ему плевать, ему плевать. Он убегает дальше. Если он сейчас не сдох. Я ему прям там хорошо сейчас залил. Он под елкой перед тобой дал. Капец, он сейчас себя навпитывал. У него там седьмой класс брони должен быть, по-любому. Он почти себя сейчас впитывал, как я не знаю, не в себя. А. Конечно, капец. Какого вот это, блин? Там только винтовку, по сути, забирай здесь. Ну, попробуй посмотри по сторонам. У него, кстати, оружия нету. Ты оружие брал с него? Нет. У него мосинка была с обрезом. Ну, обрез. Боты, конечно, могли унести какие-нибудь. О, суицид. Он, наверное, мосинка. Блять, по мне. Там, где машина, платник. Понял. Уйдешь? Не знаю. Слева крутанул. Дал хайер примерно в ту сторону. Не вижу его. Сверху обойду, посмотрю. Убил меня. Это глушак какой-то, это не то. Надо мной где-то прям наверху, походу. Да, я понял. СВД. Это вообще не то, блядь. Блядь, чел. Не дергайся нахер. Мосинку убил. Минус еще. А никнейм, ты помнишь его? Смотри, потому что здесь челик с випрем оглушенным вылез. Блять, нет. Не имеешь прав. Блять. Как еще раз? Хайван, блять. Не похоже что-то. Где тип с СВДшкой, блять? Что меня интересует? А? Припустить какой-нибудь не мог стрелять с ВДшкой? Не. На поваленном, если только ходят припусти, но вряд ли. А, я понял.
Лайт кто-то там, тоже не оно, да, по-любому? Нет. Так, ну эти убили босса. Это не те ребята вообще. Тебя никто не собирает, это самое, блин. Может, лежит кемпит там? Ну вот, я ж про это, он, наверное, лежит и кемпит просто твое тело. А это кто? Еще какой-то чел, убитый челоботами. Что? Ядри, тут война была. Ска капита. Это, я думаю, из той дивы, потому что тут тоже ним кинский латеш. Оглушенная СВшка. Может, он тебя поприходовал? Полез на снайперскую скалу. Интересно же будет посмотреть, кто там. Может, вообще там твой убийца лежит. Может, просто совпало так, что я слышал звук выстрела рядом. Кронастая какого-нибудь. А этот челик со скалы убил. Кто уши? Он уши, да, открытый. Айфайло. Нет. Аунтракс HD. Нет. Их убил. Но тут лежит Айфайлио, его убил Антракс HD с Мосины. Но походу я вот этого Антракса там догонял. Ладно, это еще можно как-то объяснить. Наверх ты хочешь? О, мне на север бежать. Я тогда точно побежал. Куда я вот делся, у меня вопрос просто, куда? О, что продало. Было? Не по тебе вид? Нет. Вижу его. Снайпер спалил. Где он? Убил его? Да, средний. А в какую кто-то сторону он стрелял хотя бы? Стрелял на тропу. Тропе есть. Блять, сидит мышь. Какие-то мудал. Вижу. Убил, 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 убил. Пистолетиком, да? Да. Второй камень, да, под ним. Где гранат на этот? Мешки. Хожу туда, в ту сторону. Глушеный там что-то еще есть, да. А, вижу. Где? Это бот по нему стрелял. СВД кто? Мое. Дай. Кажется, снайпера бота убили. Да, убили. Он только что был живой. Значит, кто-то идет. Да, прям к дому бежит, там двое. Так. Не у дома оба были последний раз. Я их потерялся. А вижу, в доме ходит. К нам перебегает. Одного убил. Второй в доме. Он уже дорогу к нам перебегал. В доме не наблюдаю. Ты выстрелил, попало по дому, он внутрь дома забежал, не вижу сейчас. Пойду справа. Я тут окна вижу хорошо, если в окно пикнет, могу убить. Он может выбежать, я думаю, ты не увидишь там через кусты. Я тоже плюс-минус от бункера уже подошел к дому. Блять, нет, за камнем стоит, сука.
Бил, по-моему. Блин, капец, я в миллиметре от него просто попал, блин, камушек. Мне, если прилетит, то с гнезда. Челобот или чувака на холме идет в сторону лесника. Не попал. Мосинки глушеный. Угу. Времянки, да? Лично. Времянки лесника. Каменная насыпь. А, вижу его. Бежит к нам. Юсек. Ой, Юсек. Бировец. Двое. Один в гуще леса, второй у воды, у насыпи. Гущу возьму. А пойдите их через дом лесника. А, этот, времяночку. Да, у меня рука уже ближе подходит, что там дерево одиночное стоит. Там еще этот... Дальнего убил. В упоре у нас где-то. Вижу, уходит, уходит, уходит. Куда уходит? Камня у воды, снайперскому. Вижу, стоит. Убил. Все, мы возвращаться не хотели. Это вот эти ребята, скорее всего. Это... Балаклаве, да, с мосинкой? Уже вышел. Не, у жопы. Понял, что за жопа? Да. В упоре? Блядь, я минус. Ай, за камнем. Лежит, сука, до сих пор. За каким камнем? Дальше по забору. Ты где я взорвал, типа, в том раунде? Вообще разные. Скажи номер сервера. 4 UFA. О! Да. Окей. Ёпта, мать, я бегу. Где ты? Вся пойдёт на игру. Они у камня здесь. Какого? Где меня убивали? Я бегу. Не рискую. Не рискую, у меня в упоре он уже. Не стрелять! Стоять! С поля буду заходить. Уходит. Блять, как ты шифтал? Все, сдох он, кровь течение. Двое было. И меня. С меня только жетон он собрал. Че, блин? Так давай тут выйдем, да и все. У меня выход там. Где-то может тут. В смысле, здесь же выход с диким. А где он тут? На воротах. А, ну, в принципе, да, может. Кстати, как раз проверим, что за это дают, между прочим. Все.
говорили, вроде улучшили, вот когда с диким мы кончили. Я не думаю, что человеку, у которого там тысячу убивать, для платников делать. Тогда от тысячи ничего не останется, все разойдутся. Чё ты сейчас зашел? Чё? Да я пока я тут с вами разговариваю, зашел за дикого на лес. Болтаю с вами, захожу в крытый. Даю префайром с ППШ типу в лицо, тут фулка стоит, блядь. Ладно, я пойду нагло через воду сейчас пройду, тут пройду, чтобы ждали. Все, подобрался. Кондратий Глыба. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.